Что будет, если Хасид начнет петь регги? Мы посылаем выяснить это Полунину Алену, режиссера-документалиста. Ведь Матисьяху – мечта любого киношника. Миссионер и поп-исполнитель одновременно. Он то выходит на сцену в бекеше и кипе, то энергично читает в рэперском балахоне. В общем, всегда вызывает массу вопросов. И непонятно, спекулирует ли на хасидизме и растафарианстве, или просто так честен в своем творчестве, что никак не выберет что-то одно. Матисьяху уже давно подпевают во всем мире. Его первый альбом вышел 7 лет назад, и только в России об этой регги-звезде заговорили недавно. В прошлом году он словно мессия вещал со сцены Зеленого театра Парка Горького в развивающемся на ветру черном бекише среди молний дикой грозы. Это был фурор. Длинные волосы, борода, одеяние, свойственное скорее раввину, чем музыканту, песни-проповеди, но вместе с тем скоростные речитативы и музыка, от которой был бы в восторге сам Боб Марли. Вот что делает урожденного Мэтью Миллера одним таким. Сходите в клуб «Арена», будет интересно. Ольге Ефремовой, актрисе, обязательно стоит посетить отдел личных коллекций музея имени Пушкина. Там 4 октября открывается выставка «Кандинский и синий всадник». 100 лет назад Василий Кандинский и Франц Марк от имени молодых художников создали манифест, суть которого – «Долой академизм! Искусство есть выражение не внешнего, а внутреннего. А значит, мы за свободное выражение в искусстве». Многие представители искусства – танцоры, композиторы, художники – составили творческое объединение «Синий всадник». Редакция «Альманаха» под предводительством Кандинского устраивала выставки, путешествовала с ними по городам Европы. Но вот до России это сообщество добралось только сейчас в виде выставки «Кандинский и синий всадник» работы немецких экспрессионистов Франца Марка, Пауля Клея, Августа Маке, Габриэля Мюнтер и Василия Кандинского переехали из городской галереи «Ландбахаус», что находится в Мюнхене. Промоутера клуба «Солянка» Сергея Сергеева мы отправим расширять музыкальный кругозор в Государственный Кремлевский дворец, где выступает группа «Океан Эльзы». Место проведения концерта символично, ведь Святослав Похарчук давно уже то ли политик, то ли музыкант. Депутат в прошлом и посол доброй воли программы развития ООН для молодежи. 27 сентября украинский Бона тряхнет стариной и в сопровождении симфонического оркестра поделится с публикой лучшими своими хитами. Барласова Яна, заместитель коммерческого директора в области электромонтажных коммуникаций, и Змеевец Арина, консультант по антикризисным коммуникациям, сделают себе отличный подарок, если пойдут на 6-й международный фестиваль актуальной анимации и медиаискусства «Линолеум». Он проходит с 29 сентября по 2 октября на 3 площадках в Центральном доме журналиста, баре «Дом» на территории Красного Октября и зале проекта «Фабрика». Работы на конкурсе представлены Голландией, Польшей, Канадой, США, Японией, Чехией и даже Ираном. Идти стоит, ведь в программе только те фильмы, которые в России никогда не